Здравствуйте! Омский музей просвещения приглашает всех на литературный вечер. Смотрим! 13 марта сего года музей просвещения проводит литературный вечер, уже ставший традиционным. 13 марта, соответственно, мы встречаем весну. И интерес этого вечера в том, что мы знакомимся не только с творчеством уже известных поэтов, писателей, музыкантов, общепризнанных, а мы даем возможность молодым поэтам и музыкантам выступить наравне с уже известными. То есть это получается такой коктейль. Люди читают и уже известные стихи, которыми можно просто насладиться, кто-то с ними познакомится, кто-то их вспомнит. И также молодые музыканты и поэты познакомят нас со своим творчеством, возможно, вот свеже написанным, буквально выступят у нас впервые, никто не слышал, и услышать можно будет именно у нас. Ну и вечер пятницы 13-го, как ни крути, все-таки лучше встречать в хорошей компании. Поэтому будем рады видеть всех.